Необычайно красиво здесь. Необычайно красиво у нас тут. И вот, представляете, вот такие уточки прибегают покушать. И вон плывут еще, и вон там вот приплывают. Они чувствуют, что тут вот кормят. Что тут люди. Как они рады людям. Вы представляете? Какое доверие к людям. Вот вообще вот ходят голуби рядом. Никто никого не клюет. Никто никому не мешает. Как-то все рядышком. Да? Да, вот. Ну что, голубчики, ну придем в следующий раз побольше принесем. Обиделись, кому-то не хватило, летели, летели лапочки. Ой, как жалко, да? Как их жалко. Они прям сидят такие, нахохлились, хохлики маленькие. Вот кто приходит, ребят, на Бристоль, береговая 3, да? Вот, Бежецкий район. Кормите их, кормите, приносите хлебушка им. Гляньте, какие они хорошенькие. Какие они красивенькие, маленькие эти девочки и мальчики. Какие все хорошие, господи. Господи, вот он, вот он, нашел, вот подошел, вот он, нашел прямо около нас хлебушек, вот упал. Какие же вы умнички, какие же вы кропотливые, голубчики. Ой, схватил, ну поделись же ты со всеми, жадина. Все съел, один. Вот как. Ох, как несправедливо, конечно. Как это несправедливо? Вот она, наверное, булочка валяется. Ну-ка, подержи, сейчас я посмотрю, булочка это или нет, хлебушек. Стой, стой, за бабочек. Эх, моих бабочек. Так, а вот он хлебушек, вот он. Сейчас я им. Ой, сейчас я. Ну, нате, нате вам. Ой, кинула им. Сейчас еще тут вот. Эх, вот тут вот крошечки только остались. Все, маленькие, все. Надо побольше вам приносить. Все, все, лапочки. Нету, все, все, маленькие, все. Вот тут вот хлебушка остались, вот крохи, вот они. Вот они, сейчас они будут там клевать. Ну, прям подлетают, вы представляете, близко. Вот он, вообще, прямо близко. Совсем, вот не боятся, прямо на руки садятся уже почти. На голову могут прилететь. Представляете, мне вот такой сядут, присядут, вот такой вот. Вот она я такая, покормили мы вот их. Да, с руки, считай, покормили. Вот, красота какая. Вот, я говорю, не выбрасывайте хлеб. Смотрите, сколько птиц летает, покормите их. Вот даже на мусорку вынесли хлеб, вот выкиньте прямо возле мусорки. Они съедят любой хлеб, какой бы он ни был. Это хлеб. Вот как-то люди перестали ценить хлеб, стали его выбрасывать. Очень жаль, конечно. Вот и маленькие, доверчивые. Прямо вот в ручки вот идут, под ручки вот идут. Вот смотрите, вот. Вот они, ручки вот сейчас прямо. Прямо сейчас пойдут, наверное. Гляньте, вот она идет. Малышка ты маленькая. Смотрите, подходит, вот не боится. Вот она. Ну, красота. Ты красота. Вы представляете, идет вот и. Ну, на... ну, не дура. Поняла, что ничего не дам. Руки все равно они не идут. Конечно, дикие. Дикие уточки. Вот. Вот они, красавчики наши. Вот она жизнь. Вот радость жизни, ребят. Вот просто радость жизни, что есть такой клочок земли. Вот такая вот родина есть, да? Которую ты любишь, которую ты боготворишь с детства. Ой, господи, как она связана с родителями, с памятью о родителях и вообще о счастливых минутах жизни. Я на этой речке, говорю, на десне выросла. Просто десняночка такая. Гляньте, как кругом красиво. Вот туда посмотрите. Люди приходят подышать воздухом, вот, покормить уточек, вот, полюбоваться на природу. И просто отдохнуть душой, попариться. Посмотрите, у нас бани какие красивые. Ой, посмотрите, какие бани. Всех приглашаем вот в наши бани. К нам прям парьтесь, приезжайте у нас здесь. У нас такие вот бани вообще необыкновенные. Прямо вот они в городе и в то же время на природе. Вот. Кто-то едет далеко, куда-то к пальмам. Я не знаю, ребят, нафига вы туда все претесь? На Мальдивы какие-то там. Около Мальдив, где, кстати, я читала недалеко, остров Мусорка, мировая. Там прямо на этом острове Мусорка люди там лазят, работают или что-то ищут, бедные люди. Вот они приплывают на лодках. Вы представляете, вы на Мальдивы говорите, как чистенько, как красивенько. Откуда вы знаете, какая там вода вокруг, какие там острова? Вы же вообще хоть читайте, куда вы едете. Там, ну, другие страны, вот едете, вот не буду страны называть, а то меня побьют. Вот куда вы едете, вы хоть читайте новую историю, почитайте интернет, перешерстите мнение людей, спросите, узнайте вообще, кто там живет, какой мир этот остров окружает, что вас там ждет в конце концов, какие, может, даже болезни экзотические.